Всем здорово, друзья мои хорошие, с вами Спигер и мы Форест. Мы на просторах Фореста, обно 0.63 и разработчики добавили новое вид оружия, это мачете. И находится, друзья, на дне кратера. И вы скажете, спускаться сюда минут 40, это точно. По пещере взрывать стену, убивать мутантов и просто выживать. И не факт, что вы оттуда выйдете живыми. Но, друзья, есть очень простой способ. Это спуститься по канатной дороге. То есть я цепанул за дерево, цепанул за землю. С другой стороны, мы летим, отпускаем веревку и летим просто в колодец. Водяной колодец, который находится в кратере, друзья. Меньше слов, больше дела и погнали. Так, секундочку, мы отцепились. Главное отцепиться вовремя и полететь вон в тот самый колодец. Вот это будет жесткое падение. Я надеюсь, мы приземлимся. Да, конечно, приземлимся, потому что у меня глаз алмаз. И да, друзья, мы в колодце. Мы живы и все в порядке. Теперь нужно найти разбитый вертолет. И там находится мачете. Так, я пока что тихо зашел. Меня не заметили, и они просто шагают. Хорошо, я даже не знаю, где он находится. Мы сейчас все осмотрим и посмотрим. Кстати, мутантов здесь, кстати, гораздо больше. Всего лишь два мутанта охраняет этот вертолет. И там находится у нас новый вид оружия. Это мачете. У нас есть много чего, друзья. И давайте же начнем с пистолета. Так, хорошо, целимся. Черт, кончились патроны. Хорошо, у нас есть коктейль Молотова. У нас нет динамита, у нас есть коктейль Молотова. У меня нет прицела, потому что я отключил интерфейс. Но мне это не помешает. У меня реально глаз алмаз. И сейчас я вам покажу. Стой на месте, чувак. Ну хорошо, давай с тебя начнем уже. Окейшки, готово. Погнали, смотрим так. Сейчас тоже получишь один коктейль Молотова. Я думаю, тебе больше не нужно. Он ушел, я ходил в него и прям в монстра. Так, остальные стоят на месте, он погорел, но остался в живых. Хорошо, у нас есть еще алкашка. Сейчас мы быстренько сварганим и продолжим раскидывать. Так, у меня всего лишь 5 бутылок, что ли? Я думаю, этого будет достаточно. Динамита у меня нету, и сделать я, видимо, не смогу. Нет, у меня есть часы, у меня есть палаты, мне нужны монеты. А монет я не вижу, кстати. Мне, походу, нет монет. Ох, у нас есть мушкет. Из него, вот, есть монетки. И нужна алкашка. Нет, секундочку, это не то, походу. Так, хорошо, видимо, я забыл. Давно не играл в Форест, я, видимо, забыл. Хорошо, мы хватаем уже коктейль Молотова и давайте же зажжем. Я хочу посмотреть всю текстуру этого вертолета, рассмотреть его вдоль и поперек. А вот чувак стоит хорошо. Ну, стоит. Глаз алмаз. Попал, отлично. Давай еще разок, чувак. Так, они остались позади, никого не вижу. Давайте прям сразу двоих. Ох, чудесно. Так, один сгорел, второй горит. Сейчас он тоже сгорит. Хорошо, быстренько поджигаем. И, наверное, все-таки гасим его полностью. Вот так, беспощадно, кровожадно. И он, мне кажется, уже должен быть готов. Наше жаркое уже должно быть готово. Почему он такой живучий? У нас, по идее, есть еще. Так, можно сделать. Вот так будет гораздо быстрее. С помощью факела гораздо быстрее можно убить мутантов. В принципе, я Форест очень опытный и знаю, как по-быстрому убить мутантов. Хорошо, спускаемся. Вот так, припрыжку. Надеюсь, я много хп не потеряю. Да, просто реально наткнулся меня и сразу огреб. По заднице спать твои головы. Даже сдохни. О, друзья, он готов. Это реально супер. Хорошо, смотрим вертолет, его рассматриваем и смотрим, насколько он интересно пририсованный. Интересно, какая экспедиция сюда летела и почему именно в кратер он упал. Видимо, какие-то магнитные бури. Там у нас, по идее, внизу бункер, и там какие-то магнитные бури, и он упал вниз. А черт его знает. Разработчики сказали, что будет интересно, уже будет обнов 0.64, и там будет сюрприз какой-то. И вот, друзья, мачете. Я представляю ваше внимание. Мачете, иконки даже не вижу. У меня отключен интерфейс. Хорошо, мы хватаем мачете и смотрим, насколько она убойная, насколько она крутая, и где же находится она. Я даже и не вижу, кстати, его. Так, мачете, куда она делась? Эх, возможно, вижу, возможно, нет. Я не вижу своего мачете. Так, я вижу бензопилу, тут очень темно. И я не вижу мачете. Куда он делся? Вот мачете. Прям впереди. Раньше топорика. Это значит, она хуже топорика, по идее. По идее, идет по возрастанию. Маленький топорик все больше и больше. Ну и получается мачете. Хорошо, в принципе, можно включить интерфейс и тогда уже посмотреть, насколько она круче. Потому что у меня сейчас отключен интерфейс. Мы быстренько включаем и посмотрим, насколько это все круто смотрится. Так, мне по выбору, мне не то. Мне нужно геймплей и давай-ка включим. Вот так, чудесно включили. Хорошо, что у нас показывает? Он у нас показывает, ну скажу, скорость, ущерб.
Блокировки у нас никакой. А чё, мать, у него нет блокировки. В принципе, он делает. Он просто, я даже не знаю, как он у нас машет. Да, очень быстро машет, просто контрутаки очень быстрые, но легкие, скажу. Жесть. Он хуже обычного топорика получается. Но у него скорость, да, побольше. Урон практически... Но у него нет никакого... Никакого блока. Это, конечно, фигово. Но я даже не знаю, нужен был, не нужен. Им хорошо, наверное, рубить просто какие-то ветки. Мы идем уже в чащу леса и рубим просто ветки. Там много веток бывает просто в джунглях. И просто гасим ветки. А можно попробовать It's Monster. Я, наверное, все-таки интерфейс отключу, потому что мне мешает все это слева, все это справа. Она мне маленько раздражает. Вот так бы довольно симпатичнее, красивее. И, наверное, мы держали блок, все-таки пробил. Да, эти мутанты пробивает, кажется. Хорошо, пойдем в другую сторону. Он прям за мной бежит, что ли? Нет, нормально. Бежим отсюда подальше. Так, они бегают там, пойдем в другую сторону. Посмотрим, сколько мутантов еще тут мы найдем и сколько мы еще убьем. Да, хочется таки посмотреть его в действии. Сколько мяса-то зажаренного. Хватит на целый месяц. Да, друзья, а вот подниматься придется вам уже, наверное, вручную. То есть своими ногами, уже не прыгать никуда, а подниматься по пещере. А вот, кстати, мутанты, которых сейчас мы и проверим. Интересно, а можно мачете поставить тряпочку и поджечь? А он не берется. Быстренько хватаем мачете и гасим. Ребята, спокойно, держим блок и сейчас посмотрим, насколько вас можно круто и быстро расфигарить, ребята. Ух, ну что, начинается потеха. Ох, реально так быстрый удар, очень быстрый удар, и можно реально так неплохо бить. Остается кровь, значит, мачете прорисован, в принципе, неплохо, скажу вам. Даже очень хорошо. Быстрые контратаки, они очень способствуют, чтобы убить быстренько мутантов. Орет, и можно даже зарезать его. Сейчас добьем. О, готов. В принципе, мачете мне... Ну, как получилось-то? Просто в одну секунду. Ну, давай, последний остался. Там еще мутанты пришли. Эх ты, в принципе, ну давай последний убьем. И, в принципе, я уже дам оценку мачете. Мне довольно нравится. Быстрые контратаки, маленькие контратаки. И давай-ка гору перережем. Давай в спину, так уж и быть. Вот такие макары. В принципе, неплохо, друзья. Мачете реально справляется. Она очень быстрая, но очень шустрая, скажу вам. Контратаки получаются быстро. Ну, кстати, такой же, как и у топорика по убиваемости. А вот, кажется, блок у него какая-то проблема. Возможно, просто недоработан статистиком, а возможно, так и есть. Хорошо, проверим, как уже на мутанты побольше. Побольше мутанты и побольше. Ну, кстати, таким макаром, конечно, мы не сможем его убить. Придется взять коктейль Молотова и уже его поджигать. И тогда его просто убивать. А можно, в принципе, по-честному взять уже... Эх, нет-нет, я не буду по-честному, потому что их тут слишком много. Я всего лишь один. Так-так-так, спокойно-спокойно, держим блок. Гасим просто по заднице. Контратаками, короткими и быстрыми. Нет-нет-нет, отходим. Так, он, походу, недовольный. Мачете будем очень долго убивать, мне кажется. Но что делать? Один на один, в принципе, неплохо. Ведь я строю Колизей, и скоро будут бои в Колизее. Довольно будет интересно. Описание, конечно... Стой на месте. Пока он стоит на месте, мы гасим. Прямо по твоей голой заднице. Да, мне кажется, будет очень долго, что что-то разлетается в разные стороны. Походу, камни разлетаются. А он недовольный, конечно, потому что он нас просто не может достать. Так, секундочку. Возьмем, наверное, всякие коктейль болты и его подожгем. Его голую задницу нужно поджечь. Зажигалка подводит как раз не вовремя. Так, чувак, держи коктейль молота. Так, пошел в атаку. Мы обходим сзади и гасим. Камни разлетаются в разные стороны. Я не знаю, он бегает вокруг меня, что ли? Он бегает вокруг меня, пытается потушить. Либо нас... Да сдохни уже, наконец-то. Ну, в принципе, можно взять уже, наверное, топорик. Стой, спокойно. Взять топорик уже. Размахнуться хорошенько. И хорошим ударом просто его убить. Еще разок. Да, еще какой живучий оказался. Это мерзавец. Хорошо, подходим поближе. Делаем размах хороший. Ух, сколько мяса. Сколько крови-то было. Он весь в крови, но еще живой. Давай же. Наконец-то он сдох, друзья. Просто рогами кверху. Ноги в сторону, рогами кверху. И мы все-таки его уничтожим. Конечно, не с помощью мачете, потому что мачете не справится с этим. Но для обычных абориген он довольно хорош. Вертолет тоже хорош. Интересно, почему он тут именно упал. Просто, наверное, совпадение. Попасть сюда мы не сможем, к сожалению, конечно. Так, чувак стоит, отдыхает, спит. Пойдемте его убьем, наверное, и закончим на этом ролик. Чувак один на один, такой худенький, спокойный. О, как все плохо с твоей стороны. Мы как-то тебя очень быстро убили, даже без всяких
сопротивление. Хорошо, друзья, мы увидимся уже в других роликах. Всем удачи и до новых роликов. Всем пока! Feeling like a renegade, somebody save me. Standing in the midst of the crowd, but nobody sees me.